Привет-привет! Меня зовут Максим, и сегодня мы сидим с вами возле такой замечательной штуки, как педалборд, виртуал педалборд от компании Mod Machine, которая является не простым педалбордом, который мы привыкли видеть, а универсальный. То есть сюда мы уже подключили и вот бас-гитару, которая у меня в руках, и MIDI-контроллер, Xyboard от компании Роли стоит, и вокал, микрофон, который я говорю. Тут выбирается очень много разных пресетов. Вот мы, например, разложили несколько на вокал. Вот слышно, как изменяется. Петь мы, наверное, сегодня не будем, но эффекты заметно изменяются. Вот добавили ревера при выборе каждой примочки. Каждую примочку можно видоизменять зажатием кнопки. Заходим и выбираем разных много. Вот я клацаю и чик-чик, меняются эффекты. Соответственно, мы сейчас не будем углубляться в эти настройки. Тут надо заходить и настраивать это все индивидуально, так как кому уже нравится, под себя, так сказать. Вот. Несколько для гитары. Вот я выбрал конкретно два для гитары. Ресеты с официального сайта стандартных, в которые уже заложены пачки звуков и пресетов интересных. Ну и, соответственно, конечно, можно добавлять новые. Поэтому смотрите, пользуйтесь. Она принесет вам только много радости и упростит вашу музыкальную работу.